проводит огневое прикрытие первой группы. В мире его дальность полета составляет до 4350 километров, практически потолок до 17 тысяч метров. Штурмовики Су-25 и СМЮ. В ходе учения авиации силами специальных операций, спецназом, артиллеристами и другими специалистами использовались также опыт боевых действий, которые ведутся в Сирийской Арабской Республике. Вы это могли наблюдать сегодня. Сейчас завершилась активная фаза учений. Необходимо определенное время, чтобы собрать объективную информацию. В таком масштабе, да, безусловно, конечно, и в составе разновидовой группировки войск, да, такие учения здесь проводятся впервые. Но я еще раз хочу вам подчеркнуть, что такие учения мы проводим ежегодно уже на протяжении нескольких лет. Что касается второй части вопроса, что это демонстрация чего-то, да нет, это абсолютно демонстрация, это отработка учебно-боевых задач с одной лишь целью, именно поддержание и совершенствование боевой готовности сил и средств Вооруженных сил Российской Федерации.